Всем привет, ребятки, вы на канале Дудаплей, и мы сегодня будем играть вот такие интересные мобильные игры. Поиграем с вами в Brawl Stars, Cars, Years, Cars 3, машинка есть машинку 3, потом поиграем в танчики, Hills of Steel, поиграем в Kick the Buddy, потом поиграем мы с вами в Plants в и Zombie 2, и, конечно же, про красного шарика тоже мы не забудем, поиграем Red Ball 4. Ну что ж, приступим играть. Дудаплей. Ну что ж, давайте попробуем джунгли. Давайте возьмем наш титан, отправляемся в джунгли. Так, а в джунгли здесь будет еще куча самолетов летать. Надо было... Ну, хотя, может быть, и нормально. Ох ты, ой, тяжело. Шапочку с меня скинул. Так, первый вертолетчик. Сейчас мы здесь его подождем. Сейчас он будет назад. Опа, готово. Я-то знаю, как вертолетов уничтожать. О, этот, блин, не успела я его. Сейчас он, может быть, назад пойдет. Давайте подождем. А, нет. Еще какой-то чувак едет. Давай, подъезжай. На, готов. Не знаю, будет ли реактивный самолет лететь назад или нет. Давайте подъедем. Здесь подождем вертолетчика. Во, есть один удар. Да ё-моё, смотри, что творит, а. Да, мы его чуть-чуть подбили, но он все-таки не сдается. Все, готов. Готов, ребятушки. Так, этот чувак сейчас начнет, да, стрелять свои штучки. На, получи. Так, еще один. Давайте эти запустим. Ракетки. Так, а вертолетчики, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тяжко. Так, этот гад еще едет. Летит, а? Так, один вертолетчик готов. Так, второй вертолетчик. Ах, не хватило перезарядки. Нифига, сколько вас-то, а? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, тяжко мне. Тяжко мне, ребята, приходится. Да, не успел, не стрельнул я от вертолетчика. Да ты чё, меня сейчас уничтожишь, что ли? На, получай. На, еще один. Так, и вот этого еще щелкнуть. Ах, не щелкнули, он нас щелкнул. Да, бывает так. А, давайте сделаем по-другому. А, сейчас я возьму не этот усилитель, я буду ремкомплект взять, возьму с собой. С ремкомплектом. Попробуем. Если что, можно будет подлечиться. Ох, уничтожили. А, но все равно попал он в меня. Реактивный самолет этот. Ну, тоже неплохо. Так, что-то меня все стреляют, а? Так, этот гад начнет стрелять непонятно куда. О, он сам перевернулся, ничего себе. Это плохо. Давай. Ой, какой ты живучий, слушай, а? Ё-моё, не, надо вперед ехать. Так, этот готов. Практически, и этого сейчас щелкнем. Хорошо. Ничего хорошего, конечно. Так, вертолетчика подождем, давайте подлечимся сразу. Опа, готов. Угу. Истребитель этот, а? Так, вот этот, чувачок. Как же мне тебя уничтожить-то, а? Ладно. Ой. Да ё-моё, тут обстрел у меня идет. Так, есть, попали мы в вертушку. Что с этим-то делать, а? Я не знаю. Получает он урон, да? Немножко. Нифига не получает, ни одного урона не получил. Ё-моё, придется вот так вот делать. По-другому никак. И опять здоровья очень мало. Будем надеяться, что мы доедем. И сразимся наконец-таки с боссом. Так, сейчас он будет возвращаться. Да ё-моё, да сколько вас, а? Так, вот вертолетчик сейчас лететь будет. Вот, летит. Так, подожди, да что ж такое? Ай-яй-яй-яй-яй. На, хоть в тебя я стрельну, алё. Так, вертолетчик, сейчас будем стрелять. Готов. Нифига у него сколько тут. Он стреляет прям так, знаешь,
ковровой бомбардировкой. Так, ё-моё. Да ё-моё, давай. Еще раз. На, готов. Так, замечательно. Так, ты бы тут мне еще не мешался бы, алло. Вертолет. Так, подбили одну ракетку. Сейчас здесь встанем. Все, а, нет. Какой он живучий-то, а? Вертолетчик этот. Да ё-моё, мимо. Все, уничтожили. Да, здоровья у меня вообще нету, практически. Я не знаю, что мы, как мы эту миссию-то проходить с вами будем. Ну, сейчас я вот этого щелкну. Есть. Так, вот едет. Раз. Два. Три. Да ё-моё. Да, он меня задел. Он меня задел и уничтожил. Да, бывает же такое, а. Так, продолжаем. Продолжаем играть в зомби. Растения против зомби. И сейчас выбираем, с кем будем воевать. Так, вот этого берем. Потом, а вот этого обязательно берем. Так, что у нас тут еще есть? Орешек берем. А, может быть, даже вот бомбочку эту брать или нет? Зачем она нужна нам? Угу. Давайте улучшим. Сразу уровень. Так, улучшили? Немножко улучшили, хорошо. Дальше, вот этого улучшим, давай. Все. Ну, он, в принципе, мне здесь не нужен, мы его уберем. А давайте горохострела, вот этого дешевого бесплатно стоит. Ну все, поехали, попробуем сыграть с такой командой. Сразу садим подсолнух. Так, ждем. Сейчас второй сразу посадим. Хорошо. Еще ждем. Так, все, теперь мы копим на... Ну, можно... Подождем сейчас. А нет, все, садим. Садим сюда нашего волшебного кукурузника. Кукурузку садим, ребята. Так, вторую кукурузу быстро садим сюда. Так, здесь мы этот поставим, пусть пока собирается. Так, мне нужно срочно кого-то посадить еще подсолнушек. Так, все, подсолнух готов. Две кукурузки отлично справляются пока. А давай кукурузок посадим. Вот, отлично. Да, горохострела можно. Можно початок даже посадить. Вот сюда я в центр посажу на всякий случай. Хотя надо было нам его сюда садить. Ну ладно, мы сейчас полностью сюда будем садить, значит, кукурузку в эту сторону, а капусту в другую. Давайте сразу сделаем вот так вот. Опа! Эти, смотри, гады. Надо было нам это не так спешить. Поспешило немножко, ребята. Так, давай замораживать или мы заморозим его сразу. Так, сюда это так. Это, смотри, уже сейчас жрать их начнет. Так, это нехорошо. Так, что у нас здесь происходит? Ага, надо орешек сюда ставить, чтобы они, пускай они сидят, кушают орешек. Все хорошо. Вам замораживателя. Так, вот сюда еще капусточку посадим. Так, что у нас здесь? Давайте здесь поставим. Может быть, горохострела еще поставить? Почему нет? Давай его сюда поставим, горохострел. Хорошо. Пусть грызет. Так, а где у нас этот, орешки? Орешки мы сюда поставим, срочно нужно побольше орешков. Ё-моё, что происходит, ребята? Очень нехорошее действие. Так, что у нас? Нам нужны орехи, нам нужны деньги. Так, а, да, 50 стоит. Как так долго орех этот восстанавливается, алло. Так, что у нас здесь происходит? Ой-ой-ой-ой, давай этого поставим. Стреляющего. Да, ребята, вообще жесть. Жесть какая-то происходит. Успеем, не успеем мы сейчас здесь всех посадить. Что-нибудь сделать с ними. Так, ну вроде бы пока справляемся. О, отлично, давай это на капусту, срочно. Всех капусточкой сейчас. Так, давай вот заморозим сейчас моих ребята. И эти бегут, смотри, новые. На птичках. Ё-моё, ребята. Я не знаю, справимся мы или нет. Так, давайте всех заморозим. Заморозим, 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 заморозим. Всех. Кого успели заморозить, не успели. Да, это все очень дорого стоит, слушай. Очень дорогостоящее все это стоило нам.
Ну, пришлось нам это использовать. Ладно. Так, денег. 50 всего лишь. Давайте еще. Так, давайте капусту сюда посадим. Так, ну все, эта волна, в принципе, у нас последняя. Наконец-таки, ух. Хорошо, сейчас успеем мы их всех замочить. Последние остались. Но они еще такие живучие. Так, а вам решку я поставлю. Кушайте, грызите орех. Они успели дойти, представляешь? Ладно. Сейчас сделаем вот так вот. Все. Вы не пройдете, ребята. Так, этот назад-то не стреляет. Что же делать-то? Капусту. Ну, поставлю сюда капусту, ладно. Так, и у нас очень много солнышек. Очень много солнышек. Давайте еще стрельнем у них. Щелкнем их. Не щелкнулись? Нет, живые еще все до сих пор. Угу. Так, последний остался, все не хочет умирать. Так, готово. Так, вот смотри, он съел орешек. На, кушай еще второй орешечек. Прошли? Да, наконец-то. И мы открываем, ребята, новую карточку. Посмотрим сейчас. Так, это что такое вообще? Это какое-то чудо-юдо. Ёжик какой-то, слушай. Да, это ёжик. И что нам этот ёжик дает? Speak вид. А, ну понятно, эти ребятки ходят по ним и умирают. Все хорошо. Ну что ж, ребятки, давайте сыграем. Brawl Stars. И, о, подожди, в магазине у меня подарок. А, что там за подарок? День, монетки. 14 монеток. Ну, немного, конечно, но все равно спасибо. Ух ты, гаджет, сочный стейк. Офигеть. 1000. 1000 стоит, но у меня пока 1000 нет, к сожалению, ладно. Давайте выберем события, убежище, захват кристалла, Brawl Balls и еще какой осада, барахолка. Ладно, ну давай в осаду барахолку поиграем. С кем я тут буду играть, интересно, посмотрим. Ага. Так, ребятушки, ну что ж, поехали. Давайте посмотрим, что кого. Нам нужно болтики собирать. Ух ты, гады, папа забирали болты все. Сейчас, подождите, я вам сейчас нахлобучу. Так, супер удар. Кого тут? О, все, болтик наш. А, убили меня, прикинь. Да как так? Какие-то эти ребята очень мощные. Защищайтесь от осадного робота. Да ё-моё, а чё на нас-то пошел? Да, ребята, какие-то игроки вонючие. Сильные очень. Ох, да как так? Бой окончен так быстро, что ли? Это такое, ребята, первый раз вот такая вот у меня история. Офигеть. Первый раз я так играю, что так быстро уничтожили. Ладно, осада барахолка, я не хочу такое играть. Бой с боссом. Давайте поиграем тогда бой с боссом. Играть стоит один билетик, но билетиков у меня куча. Поэтому сыграем. Сейчас выберут игроков. Надеюсь, хорошие будут игроки. Кольт. И, блин, розочка. Ё-моё, зачем вот розочка вот в этом? Как вы, ребята, считаете, вот роза здесь вообще она не до какого места даже? Роза. Ну хотя, роза может убивать всяких роботов. О, тихо. Нет, а он сейчас розу убьет. А, нет, смотри, молодец, розочка спряталась. Розочка спряталась. А мы сейчас подождем немножечко. Все, поехали. А, товарищ пал, ребята. Ё-моё. Так, а что, я на месте стою, нельзя стоять. Так, этот стрелять сейчас начнет. Ладно. Ладно, розочка, я тебе помог. Ну ты, роза, давай, смотри. Аккуратненько. Бегай. О, нет. Фух, убежал. Когда он сейчас начнет стрелять, я буду стрелять в тебя, понял? Получай. 65% мы урона сделали. Так, а я буду этих маленьких роботов убивать. Надеюсь. Надо и розочку защищать. О! Так, сейчас у меня супер будет.
Так, товарищ пал по команде, ёлки-палки. Ну, вроде бы еще второй товарищ есть. Так, тихо-тихо-тихо, на, получай, робот, смотри на меня. На меня, ага. Так, где вы все, ребята? Тихо-тихо-тихо, а то меня сейчас убьют еще. А это не хотелось бы. Так, бежит, смотри, гад, на, получи, все, отдыхай. Идем дальше. Так, вот он, динозавр этот. Так, ребятушки мои воюют, молодцы. Сейчас я вам помогу ракетками. Так, 40%, 40%. Ого! Тихо, тихо, тихо. Так, вот эти вот бойцы мне не страшны особо. Мне страшен тот, кто стреляет. Так, все, уничтожил я этих ребят. На, получай, еще хочешь? Тихо, тихо, тихо. На, все, убил я его. Что у нас с этим роботом вонючкой? А ну, давай мы этого убьем сейчас, вот гада. Вот этого тоже верхнего, сверху стоит. Так, меня убил робот, ребята, все, ждите 19 секунд, ничего не знаю. 21% осталось этого динозавра убить. Я надеюсь, они, ребятушки, пока без меня справятся. Скоро-скоро я восстановлюсь. 4 секундочки осталось. 3, 2, 1, все, я возрождаюсь, ребята. Все, сейчас мы их пощелкаем. Так, 20% роботу. Надо аккуратно с этим роботом, потому что он очень такой активный какой-то сейчас. Так, иди сюда, робот, на меня посмотри. О, ребята, 10%, 10% роботу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, нет-нет, убил меня, я так и знал, ребята. Последний чувак остался, жди. Ой, 15 секунд, давай убегай куда-нибудь в сторону. Я надеюсь, ты выживешь. Мы все выживем, надеюсь. 10%, ребята, осталось добить робота. 10%. Когда я там уже? 2 секунды, ребята, осталось. Сейчас. Вот, все, я восстанавливаюсь. Давай, фигачу тебя. У робота. Так, все. Второй товарищ наш упал. Так, тихо, не попади. О, все, ребята, мы уничтожили робота. Уровень обычный пройден. Ребята, это был только обычный уровень. Так, золотой жетон и куча жетончиков. Куча жетончиков. Хорошо, ребятушки. Здорово. Ну, на этом давайте закончим. Будем играть тогда другие игры. А, можно прокачать броню. Давайте броню прокачаем. Улучшим. Но... Так, 400 стоит. Как раз денег хватает. Так, улучшили. Что у нас тут? Пиранья Бомбастик. Это у нас ребята такие небольшие друзья, которые помогают машинке преодолевать трудности. Победи босса. Комбайн мне дадут. Представляешь? Архивер. Локомашинка. Берсеркер. Берсеркер. Ух ты, прикольный. Я хочу берсеркера, ребята. Битли. Франкопштейн. Каракоп. Каракопа дадут, что ли? Ребистер. Ребистер какой-то, непонятно. Скорпион. И у нас Хрущ. Танкоминатор. Танкоминатор. Аллигатор. Черепаха. Костыль какой-то. Буран, ребята. Яйцелот. Интересно, что это за яйцелот такой. Ховер. О, ховер прикольный. Циклон. О, циклон тоже прекрасный автомобильчик. Надо будет его взять. А, гробокоп стоит 7... елозавр. Ребят, это уже машинки за деньги. Конкретно. Ну ладно. Давайте вернемся назад. Выберем нашу машинку. А, нифига. Тут смотри, сколько замков у него. Берсерка. А, можно найти на арене ключики. Хорошо, найдем. Обязательно сходим на арену и найдем. Ну, а мы отправляемся, ребята, в бой. Ага. Так, играем дальше. Все, играем. Поехали, ребята. Воздушное пространство патрулируется. Полис. Полицейские какие-то, ребята, еще вертолетчики будут летать здесь. Наверное, стрелять будут. Да, ушли.
Так, 10. А, ничего не выпало, что ли? Даже так бывает. Все, едем дальше. Давайте попробуем, посмотрим. Это мы все так долго будем продвигаться к пути нашему. К острову Свободу, нифига себе. Так, здесь мы ускоримся. Ой, конфетка какая-то была, или что там? Можем ее взять? А ну, подожди, назад. Тихо, тихо, тихо. А где у нас, типа, собирается скорость? А, вон скорость. Ух ты, ух ты, ух ты, что это такое? Какая-то решетка на нас напала. Так, ребятушки. Ох, 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 началось, началось. Пошла жара в хату, ребята. А, это друг какой-то мне дает кристаллики, что ли, или что? Не понял. Опа, ах, не успела я собрать. Так, здесь мы... Ох, нифига. Так, на, бомбочек тебе, дружище. А мы идем дальше. Так, конфетки собрали. Да, вот такая вот игрушечка, ребятки. Если вам нравится, то обязательно поставьте лайк. И обязательно не забудьте подписаться на канал. И написать комментарий. Или передать привет. Так, собрано. Ага. Ну, а кстати, по приветам я хотел бы передать привет Море Женю, Олегу Туманову, Фоди Жиму, Тому, Геймеру Робину, Лест Геймеру, Кристаллу, Александре и Максиме Павленко, ребята. Давайте, ребята, поиграем в Кикзабади. Так, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Крутилочка работает. А, у нас нету спинов. Так, ладно. Давайте выберем что-нибудь. Профиль, одежду. Так, можно одежду тебе поменять? Так, ну давай тебе такую оденем пока сегодня. Сегодня будешь в такой бегать. Так, золотых у нас нету. Банка. Не будем открывать став. Так, что у нас тут есть? А, мины. О, С4. Давай купим С4. Так, положим миночки. Сейчас Бади будет сюда идти. И он щелкнется. Опа, видишь? Щелкается. На, миночек побольше тебе. Ой, так, рядом нельзя их ставить? Они автоматически взрываются или как? Или когда на них что-то падает? Так, а ну-ка. Сколько мы сегодня, ребята, заработаем, интересно? Денежек. Так, пока $50 у нас. Так, $50, 57. А, все, Бади, ты там живой, нормально? Да, нормально, все хорошо. На тебе миночек побольше. Сделаем хотя бы 100, соточку сегодня поднимем, денежек. Так, ладно, что там еще у нас есть? Ух ты, вот такие еще есть у нас. Бомбочки. На, Бади, играйся с бомбочками. Ох, нифига, нифига, вот. Прыгает. Бади, аккуратно, аккуратно. С бомбочками. Ого, 111, ребята, долларов мы собрали. Нифига себе. На, Бади. Так, ты давай не щелкайся, мы тебе побольше дадим. Такой новый мы тебе костюмчик сегодня купили. Все, Бади, нехорошо стало. Давайте выберем как что-нибудь другое. Так, что такое VIP? Ага. Это что, за интернет играть? Так, вот такие бомбочки мы уже поиграли. Давайте новенькое что-нибудь посмотрим. Вот такая большая за 999 баксов. Офигеть. Это очень-очень много. Что ж ты будешь делать-то, а? Давайте посмотрим здесь. Мы в такой штучке еще. Большая штучка такая, мы не играли с такой. Тысяч. Да, смотри, она много набирает. 200 уже баксов мы заработали. Ну давайте 200 сделаем. Да. Да, давай 250 уже добьем. 300 даже, давай, 300. Так, все. Ждем. 260, 280. Все. 300 мы заработали, Бади. Все, отдыхай. Поиграли мы с тобой немножко. Ну а следующая игра у нас, ребятушки, красный шарик. Играли шарики, бегали на лужайке, и тут появился квадратный шарик. Шарик, а что с тобой? Да, черный шарик меня.
на заводе делает всех круглых шариков квадратными. Так что он и меня сделал, а также он хочет сделать планету тоже квадратной. Я этого не допущу, сказал шарик. И решил помочь, ребята. Помочь, так сказать, проблеме. Чтобы такой проблемы не было. И отправляется наш красный шарик в долгое-долгое, ребята, путешествие. Так, ага. Ему нужно путешествовать и уничтожить самого главного босса. Босса квадратика. Так, мы здесь не запрыгнем. Нам нужно здесь перепрыгнуть вот так вот. Опа, есть контакт. И как раз мы квадратика щелкнули. Давайте подвинем ящик сюда. Так, перепрыгиваем. О, звездочка. Звездочка, ребята, нам нужна. Мы ее сейчас, оп, щелкнем и поедем дальше. Так, вот еще одна звездочка. Ой, что-то мы сломали здесь. Так, давайте перепрыгнем. А-а-а, все понятно, все хорошо. Так, третий уровень, ребята. Третий уровень. Опля, ух ты. Тихо-тихо, надо звездочку взять. Есть, взяли звездочку. И сейчас мы щелкнем квадратика. Держи квадратик. Привет от шарика красненького. Так, вот еще звездочка. Мне нужно взять. Опля, есть. Так, а здесь мы, ребята, не перепрыгнем. Нам нужен вот этот большой-большой шарик. Опа! Так, теперь бежим. Сейчас он сюда перевалится. О, хорошо. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Давай еще раз. Так, есть чекпоинт. И здесь нужно прыгать. Опля! Так, квадратик. А, привет, квадратик. Как у тебя дела? Ты что такой злой? Злой квадратик. Мы его, ребята, щелкнули. Так, давайте перепрыгнем здесь. Опля, есть как раз контакт. И отправляемся в следующий уровень. Уровень четвертый. Так, что у нас здесь? Так, эту конструкцию давайте мы ее сюда поставим. И попробуем на нее запрыгнуть. Опля, и забираем звездочку. Так, отсюда у нас получится перепрыгнуть, сейчас посмотрим. Да, есть, хорошо, готово. Так, квадратик, на, я тебя щелкнул. Отдыхай, а мы пошли дальше. Так, по такой вот лесенке нам нужно, ребята, перепрыгнуть. Как ты думаешь, я с первого раза перепрыгну или нет? Опа, о, чуть-чуть мы не упали. Так, хорошо. Дальше. Так, нам нужно ящичек сюда поставить, наверное. И квадратика мы сейчас с вами, ребята, щелкнем. Давай, квадратик, мы тебя сейчас щелкнем. Извини, конечно, нас, но... Так вот, надо. Все, щелкнули квадратика, а теперь нам нужно поставить вот этот ящичек сюда вправо. Все, и сейчас мы на него залезем и отправляемся, ребята, дальше. Пятый уровень очень сложный. Упали. Ну ладно, пятый уровень будем дальше. В следующий раз сюда проходить, хорошо.